Доброе утро, меня зовут Королёв Алексей, и сегодня мы с вами погуляем по Кольскому полуострову. У нас 29 апреля сегодня, 6:30 утра, так рано я вышел для того, чтобы успеть прогуляться, пока не растаял наст. Потому что ночью был мороз, и весь снег замерз. И наша еще суть выйти из леса до 12 часов дня, потому что поднимется солнце, начнет опять прогревать. Мы начнем проваливаться в болото, и выходить нам придется очень-очень долго. Ну да, еще, кстати, есть один минус. Медведи просыпаются весной. У меня с собой есть фальшфейер, не знаю, сработает он или нет, а в рюкзаке еще есть уксус, потому что один мой знакомый, Серега, привет, посоветовал мне, что можно взять уксус. Он очень резкий, у него запах. Если ты увидел медведя, попшикал, он тебя унюхает и за тобой не пойдет. Хочется это проверить, а с другой стороны, проверять этого не хочется. Ладно, погнали гулять. Погнали. Хотел вам показать видео, как муравьи защищают свой муравейник. Но 6:30 утра муравьи, наверное, еще спят. Мне удалось заснять, как муравьи защищают свой муравейник. Это муравьи-защитники становятся в боевую позу и выбрызгивают муравьиную кислоту. Из муравьиной попки, соответственно. Не знаю, как она анатомически правильно называется. Ну а для человека это муравьиная кислота, ну как десерт, есть же любители кислых муравьиных попок. Ну ладно, давайте досмотрим защиту муравейника и пойдем дальше. Вот мы с вами наткнулись на беличий схрон. Смотрите, они здесь за зиму натаскали себе шишек еловых или сосновых, не знаю, в других местах, потому что нету такого. Все, они под это дерево все сносили. Ну и да, здесь у них был пир, что-нибудь праздновали. А может, у них вообще здесь культовое место, поэтому... А вот еще, смотрите, здесь беличий схрон. Здесь ничего нет-нет. Оп, и на этом, под этим деревом они скопили все шишек. Говорят, они забывают потом, где их хранят. Но здесь явно не забывали, потому что прибегали не один раз. А вот, обратите внимание, кузница дятла. Он запихивает куда-нибудь шишку, какую-нибудь расщелину, и выклевывает из нее семена. Тоже очень интересно. Но эту шишку он, видать, уже поклевал. Вон она какая-нибудь измученная. Предлагаю ему шишку заменить. Сейчас я ему шишку поменяю. В следующий раз приду, посмотрю, если буду в этом месте, раскрочит ли он эту шишку. Нифига, какие добрые дела делаю. Чуй, пойдем, чтобы он быстрее прилетел. А вот, обратите внимание, кто-то еще глумился над шишками. Это уже сделали белочки. Вон, все то, что здесь нагрызано, это их дело. Вот эту шишку они что-то оставили в покое. Может, какая-то прокаженная. Бэм. Много интересного мы в лесу, конечно, не нашли, прогулявшись. Но, например, у нас есть на севере заросли можжевельника. Может, это вас не удивляет? Чего, зачем я приду? Меня так сильно удивляет. Потому что встречается он очень редко мне. Ну ладно, идем дальше, что нам остается. Вон туда, в дремучий лес. Смотрите, еще один схрон беличий нашли. Куча шишек. Белки что-то знают про шишки. Говорят, кстати, из них делают варенье. Не знаю, кто пишет рецепт, пишите. Попробуем. Собака унюхала какую-то добычу. Начала рыскать, рыскать, бегать. Ну, надеюсь, это какая-то маленькая добыча. Зайчик там, белочка. А не вон добыча. Ищи, чё, ищи. Искать. Искать, где он? Какое-то место вообще неприглядное. Посмотрите, кругом вода, вода замерзшая. Поэтому здесь никто никогда не бывает. С одной стороны, это радует, что сюда люди не ходят, и я здесь, можно сказать, первооткрыватель. А с другой стороны, что-то тревожит от этого первооткрывания. Ну, а я вообще пойду проверю, куда убежала моя собака. И, наверное, тоже уже побегу. Фу, блин, бежишь обратно? Молодец. Ты куда? Ты хоть ко мне бежишь-то? Ай, молодец. Ай, молодец, красавчик. Прибежал. Молодец. Я в этом месте первый раз гуляю, потому что зимой мы на снегоходах сюда не ездим.
Ну, наверное, нет смысла, потому что просто лес. Чё, ты давай там так не убегай, страшно. Летом здесь болото не пройти. А вот сейчас, когда встал нас, можно спокойненько погулять. Чё это? Смотрите, какую я находку сделал. Прилетело это сюда, судя по всему, на воздушном шаре. Ну или на парашюте, если сбросили с самолета, ну хотя навряд ли. Я надеюсь, конечно, что это просто метеозонд. На нем написан радий. Я его даже трогать не буду. Буду держаться от него подальше. Вот так-то мы и погуляли в незнакомых местах. Так что... Пойдем нахрен отсюда. Страшно было, не поверите. Я фальшфейер достал. Оп-оп-оп-оп! А ну, шел отсюда! Ой, на кого ты так? Все, нахрен, не буду я ни уксус, ничего пробовать, мы уходим. Че, пошли нафиг. Мы подходим к машине. Было, конечно, очень интересно, встретили этот метеозонд, но он не так меня удивил, напугал, как все-таки медведи, потому что было очень страшно. До сих пор очень страшно. Ладно, я побежал. Всем привет. Не знаю, когда я в следующий раз пойду в лес. Как только отпустит страх. Все, я дальше бегу, потому что чудо убегает.